Так, всем привет, отправляемся в Лианон, значит, сделаем мы это, конечно, лучше через телепорт, чтобы отправиться сразу же ближе к городу, а не к его краю. Насколько я помню, как минимум по трем квестам нам туда надо. Ага. Ага. Понятно. На месте разберемся, чем я сейчас буду пытаться вспомнить, что там нужно сделать. Так, Лианон, храм героев. So it's you. What? Так. Сюда для начала. С ним нужно поговорить насчет книги, с ним насчет кузнечного чего-то там, а с ней насчет целительства. Вот, вспомнил. So you're back. And you brew Могла бы ты изготовить для меня эликсир Зирфар? 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 Кто прислал тебя? Неужели этот отшельник? Да, ты его знаешь? Еще бы я его не знал. Он убийца, палач, ведомый безумием. Только из-за его болезни и слабости он до сих пор на свободе, а не в темнице. Его страдания смягчили приговор судей. Эликсир Зирфар должен помочь ему, но как только его силы восстановятся, он, безусловно, опять начнет убивать. Неужели в тебе нет ни капли сострадания? Я могу дать ему облегчающий боль настой, даже если он не исцелится, настой ослабит его страдания. Однако эликсир Зирфар я никогда ему не дам. Я требую эликсир Зирфар. Ты целительница Белой Академии, ты должна излечить его, невзирая на преступления, в которых его обвиняют. Ты не знаешь, на что он способен. Кроме того, кровь многих невинных и на твоих руках. Я отказываюсь. Тогда назови мне имя другого целителя, в котором больше сострадания, чем в тебе. Иллирий Шиэль владеет тем же искусством, что и я. Надеюсь, его решение будет таким же. Интересно. Привет от Арханка. Спасибо, но ты ведь здесь не за этим, верно? Я ищу доспехи Амры. Арханг послал меня к вам. Амра? Амра исчезла, Лия исчезла. Лишь богам известно, что с ними стало. Амра была воином, пусть и вспыльчивым, но сердце у нее было доброе, а Лия была прекраснейшим созданием в мире. Вместе они стали бы прекрасной парой, но Лию выдали замуж за какого-то типа. Амру было не узнать. Целыми днями он то бушевал, то рыдал. Наконец он приказал нам выковать этот доспех, доспех, который не пробить ни огнем, ни мечом. Когда он был готов, Амра уехал, чтобы вернуть Лию. Он так и не вернулся. Тот тип, должно быть, убил его, а потом сбежал с Лией. Бедная Шан. Она так волнуется за сестру. Шан Майер? Сестра Лии? Точно, можешь спросить у нее самой, если мне не веришь. Ты сестра Лии? Да, и да хранят ее боги, где бы она ни была. И ее возлюбленного тоже, пусть их любовь и принесла нашему городу одни несчастья. Должно быть, ты знаешь, что Амра когда-то служил наемником у моего отца. Тогда моя сестра Лия влюбилась в него. Она, конечно, стала бы его женой, если бы богатый маг уже не просил ее руки. Поэтому отец отослал Амру в знак своей любви. Лия отдала ему самое дорогое, что у нее было, кольцо, которое называлось «Клятва богов». Она получила это кольцо от самой богини Элани. Потом приехал маг и забрал Лию в свой дом, и с тех пор мы от нее ничего не слышали. Но однажды маг вернулся, он был в ярости. Он убил моего отца и сжег наш дом. Мне так и не удалось узнать, что же тогда произошло, но история дома Майер интересовалась и до тебя. Насколько несколько дней подозрительные люди шныряли по развалинам нашего дома, казалось, они что-то ищут. Возможно, они хотели найти доспехи Амры. Думаю, мне надо взглянуть на развалины. Как найти твой дом? После северного моста ступай по восточной дороге и придешь прямо к нему, но там остались лишь руины. Ты ничего не найдешь среди них. Кто-то думает иначе.
Пришел, зажег, ушел. Неплохо. Welcome, young warrior. Приветствую, юный воин. Так. Горан сказал, что ты мне можешь кое-что прочесть. Очень-очень странная, пресветлые силы. Это же книга «Убийцы детей». Вот, возьми это взамен. Я оставлю книгу себе. Это знание не предназначено тебе. Вот, да, об этой книге. О боги, откуда у тебя книга Роэна? Что с ним стало? Роэн погиб на леднике, это моя вина. Пришло то время, когда тебе поручали разнести вести. Сейчас твоя роль гораздо важнее, это должно быть ясно. Это правда, что в этой книге говорится о тайнах ритуала призвания? И не только о них, в книге дан ответ, почему призвание было обречено на провал. Здесь говорится, что оно было на самом деле обманом. Не тайной древних, а подделкой месть отступников, тайных богов. Эту фальшивку оставил в Ксу Файлдарг. Файлдарг знал, что никто, кроме самого Аунира, не может обуздать стихии, поэтому темные боги подтолкнули народы к борьбе за власть, чтобы те уничтожили сами себя. Но ведь темные народы тоже были уничтожены. Помни, что рунические тексты были созданы в те времена, когда темных изгнали из Ксу, а богов-отступников из этого мира. Темные народы все равно находились на грани исчезновения. Откуда тебе известно то, о чем ты знал, о чем не знали даже в круге? Это ведь ты дал Роэну эту книгу, не так ли? Я могу знать многое, но тебе вовсе не обязательно знать все. Прощай. Welcome, young. Please. Так, в Шиеле, значит, да. Ну, давайте сначала здесь доразбираемся. Так. Так, надо найти этот разрушенный дом. Где я его найду, я в упор не помню, где он может быть. Ходить искать придется. Но он же здесь должен быть, однозначно, на этой карте. Она, конечно, там объясняла, там на север, на запад, восток по дорожке, но я ни хрена в этом не понимаю. Весьма условно, конечно, помню, как эта карта выглядит. Так, ну здесь ничего не должно быть. Здесь раньше лагерь бандитов был. Соответственно, сейчас его здесь нету. Но я все равно проверю. Так, ни хрена здесь нету. Тык-тык-тыкс. Может, здесь где-нибудь? Надо было героев призвать, чтобы они тоже ходили, разведывали. Так бы мы быстрее справились. Все равно здесь никто на нас не нападает. Поэтому можно было спокойно погулять. На северо-востоке Леонона. Блин, слева или справа, я вот не помню. Так, здесь портал в Элоне. Он нам не нужен. Давай туда дуй тогда. А мы у этой женщины
Смотрели товары на предмет всяких ферм там и так далее? А ну-ка сейчас глянем по-быстрому. Ясно. Так, нам точно куда-то не сюда, наверное. Давай вот сюда пока иди. О, нашелся домик. Вожак бандитов Сентоса. Так вы же говорили, там руины должны остаться. А тут прям капитальный дом стоит. Еще и в каком-то божеском состоянии. Нет, помнится мне, я уже был, да, там, по-моему, даже сундук какой-то я... Да, вот этот сундук открывал. Уровня, пацаны. It's an ambush. The lines must... Так, я могу не выжить. It's an ambush. Да. Суки. Не успел подлечиться, зараза. Опыта отняли, конечно же. Чё, уроды? Фига, я замораживать могу. Поговорите на чистоту с Сентосом в тени, ну, в Грейфоле, соответственно. Хорошо, поговорим. Здесь мне точно больше ничего не надо. Иллирия в Шиель. Ну, в Шиель, наверное, мы сейчас смотаемся тогда сразу. У нас же оно должно вроде быть открыто, я ничего не путаю. Так, ага, здесь уже никого нету. Так. Hello. Здравствуй, меня зовут Иллирий, я целитель. Well, приветствую. Чем могу помочь? Мне нужен эликсир Зирфар. Ладно, даже и спрашивать не стану, зачем оно тебе. В общем, обойдется это тебе недешево. Сколько? С обычного покупателя я бы взял кругленькую сумму, но вот ты, с тебя можно взять что-то поценнее. Послушай, с тех пор, как на нас напал черный кулак, в округе постоянно рыщут грабители. У меня украли все деньги, пригрозили и ограбили. Верни мне кошелек и сделай так, чтобы эти типы больше и думать не смели о том, чтобы ко мне вламываться. Угрожать мне нельзя, пусть так и знают. Где скрываются эти грабители? Ушли на... куда-то там. Дриады сюда ко мне прибежали. Так, я с тобой разговаривал. Понятно.
давайте триад возьмем. Так, куда, говоришь, не ушли? Good to see you. Quickly now. Ну, пойдем искать, куда они ушли. To adventure. Где-то на юго-западе. Follow me. То есть это где-то внизу, слева или справа хз. Опять наугад бродить. Ничего, мы вон с дрядами-то их вообще всех на раз порешаем. To adventure. Forwards. Откуда здесь грабители взялись? Мы же всех здесь переубивали, никого не должно было остаться. А, чё ты встал? Here, now. Quickly now. To adventure. Follow me. Quickly now. Походу мы стороной ошиблись в итоге. Let's go. До лени уже дошли даже. Let's go. Хотя нет. О! Все? Мда. Вот это квест. Вот это экшен. Ничего не скажешь. Идем назад, обрадуем этого парня. Да, нельзя зафиксировать камеру от третьего лица и при этом бежать, он сразу же останавливается. Я очень надеюсь, что мы в этой серии уже успеем отправиться в этот ветер, как бы он там ни назывался в оригинале. Узнаем сейчас, как он там называется, потому что мне все-таки безумно интересно. Это твой кошелек? Да, он самый. Так, их так. Немного же тут осталось. А ты, случаем, сам себя не наградил за труды? Иллирий, ты что, обвиняешь меня в воровстве? Если бы мне нужны были деньги, почему бы я тогда просто... Почему я тебе тогда вообще что-то возвращаю? Ну, в общем, да, я обещал тебе эликсир. Вот, держи. Так, отлично. Эликсир Зерфар есть у меня. Тикс.
С кем нам там поговорить надо? А, с этим, господи. Который по истории-то убивается. Он где-то здесь должен быть снизу. Или сверху. Да, где-то ниже он должен стоять. О, Гаран. Нам же к нему надо вернуться. Сентос? Какой еще Сентос? А, Warrior. Так, что-то я не въезжаю. What is it? Кто есть Сентос? А, торговец Сентос, господи, вот попробуй найди их всех еще. What else do you want? Полагаю, мне пришлось столкнуться с несколькими вашими людьми. С моими людьми? Что вы имеете в виду? Я имею в виду тех тварей, что мародерствовали в доме Майер. У них было с собой вот это письмо. Прошу прощения, в наше время почти невозможно найти честного человека. И как же так? Разумеется, они понесут заслуженное наказание. Они уже понесли. В этом нет необходимости. Второй раз они уже не совершат подобные ошибки. Отлично, значит, справедливость восторжествовала. Все равно это были не самые лучшие наемники. Простите, мне было... Не спешите, друг мой. Что они искали, эти ваши наемники? Вы должны знать. Вы же отдавали приказ. Да ничего особенного, так, старые россказни. Вы искали доспехи Амры, не так ли? Вы знаете о доспехах? Ну, я... Ну и хорошо, мы поговорим, но не здесь. В городе даже у стен есть уши. Встретимся на перевале Дикоземья. Именно туда привели меня следы Амры. Отлично, буду ждать. Все, он убегает вдаль. Так, идем к этому отшельнику. Когда у нас там уже золотые начнут появляться, интересно. Где наше финансовое состояние можно оценить? Ага. Ну, видимо, это 1000 серебряных. О! Так, где же он у нас? Где-то тут должен быть. Вот он нашелся. Даже у коровы, по сути, есть своя моделька. Интересно. У них можно охотиться? Если бы я тут поставил охотничий домик, они бы пошли убивать коров? Где зелье? Тебе удалось принести зелье? Вот зелье Зирфар. Правда? Серьезно? Действительно? Дай мне его. Сила возвращается ко мне. Спасибо за помощь. Ладно. Ну и сам виноват. Все. Больной отшельник выполнено. Мы просто его убили. Так. Так. Где
телепорту тогда сейчас побежим. Отправимся в Дикоземье. Я же так понимаю, это то место, где убили этого мага Круга. Из шкатулки вылез там другой маг Круга и загандошил его. И где еще куча железнорожденных. Это вот туда, насколько я понимаю. Ну, сейчас узнаем. Ой. Да, самая карта, конечно, такая. Слишком много лишней беготни приходится совершать. Отнимает уйму времени. Так, Дикоземье. Ага. Ого. Ну, сейчас телепортнемся там, вспомним, куда. Куда нам надо. Наверное, куда-то сюда или нет. А, вот он. О, как нам повезло. А, это ты. Как хорошо вновь тебя видеть. Так на чем мы остановились? Ты ведь ищешь Амру и Лио, не так ли? Что ты о них знаешь? Мы здесь что-то найдем? Ты слишком много хочешь знать. Единственное, что тебя здесь ждет, это твоя смерть. Взять его! Блин, меня они замочат. We're under attack. Будем надеяться, что все-таки мы сможем выпутаться. Хотя вроде все идет к этому. We're under attack. Давай, кританьи по нему. Enemies beware. Enemies beware. Пока что я проигрываю. Ну заморозь его, пожалуйста. Отлично. Очень много промахов. Очень-очень много промахов, к сожалению. Я могу объяснить. Итак, о чем мы ведем беседу? Умоляю, ты же не убьешь безоружного, смилуйся, всеми богами молю. Всеми, которых ты почитаешь. Я не почитаю богов, говори давай, что ты знаешь, почему ты хотел убить меня? Я не знаю, клянусь. Соври еще только раз и отправишься по реке душ. Я всего-то могила. Я всего-то могила, гробница в шелесте. Говорят, там похоронена Лия, и там же ключ к успехам Амры. Я часто отправлял туда людей, но никто так и не вернулся. Теперь все мои люди мертвы. Со мной покончено.
Нет, это только начало. Начало честной работы. Возвращайся к своей торговле, Сентос. Доспехи Амбры были выкованы для воинов, а не для торговцев. У меня нет выбора. Прощай. Удачи тебе в поисках. Да, повезло тебе, чувак, конечно, просто невероятно. Так, некий Шелест, значит, да? Это не Шелест этого ветра, случайно, нет? Возможно, но давайте отправимся туда. Там уже разберемся. Еще какой-то где-то телепорт есть. А, ну, собственно, Надежда Фарлана и все. Добро пожаловать в Северные горы Ветра, земли дома Халид. Я ищу Марсию, посла Ордена. Марсия сейчас в каменной твердыне с нашим повелителем Лордом. За южными вратами начинается тропа, которая приведет тебя в каменную твердыню. Спасибо, братан. Так, что у вас тут? Большой штаб стоит, да? Так, мост какой-то. О, связующий камень. Вот до него я прогуляюсь. Раз походу они начали нормально действовать, то почему бы и нет. Здесь ничего нету, хотите сказать? Но я все равно вот загляну. Вот здесь вот этот закуточек, надо быть уверенным, что тоже, там тоже пусто. Халидский патруль. Модельки рабочих используют. Да, к сожалению, здесь пусто. Сюда идем. Хотя, с одной стороны, патруль-то это же типа как полиция, типа, но состоящая из гражданских, ну, типа, милиция, типа, городское ополчение, так что ли, если уж совсем грубо назвать. Так что, по сути, да, модельки рабочих могут быть использованы, ну, по логике вещей. Так, кат-сцена, окей. Are you Marcia? Это ты, Мерсия? Меня прислал Орден. С тобой прислали подкрепление? Наконец-то. Где войско? Ты не так меня поняла, я не подкрепление.
Ты ведь и есть воин рун, правда? Пойдем, я проведу тебя к лорду Джонниру, он объяснит тебе наше положение. Постойте. Лорд Джонир, орден прислал нам воина рун. Блин. Рады видеть тебя среди нас. Итак, о нашем положении. Уже в течение многих дней замок Каменной Твердыни осаждают армии нежити с юга. Гномы покинули нас, и наших сил недостаточно. Генерал Гунтар ожидает, что в любой момент нежить снова может атаковать нас. А нас слишком мало, а от лучников осталось всего несколько человек. Возле города есть эльфийский рунный храм. Помоги нам, призови лучников, чтобы они присоединились к армии Гунтара. Только так мы сможем выстоять и отразить нападение. Приведи эльфийских лучников к перевалу. Вместе мы отбросим нежить. Ну, окей, приведу. Ладно, хорошо. Если мне придется обороняться от целой армии, мне понадобится железо. Я смогу помочь тебе, но наши запасы почти истощены. Нежить перехватила последнюю поставку руды. Они не стали далеко уносить добычу, так что попробуй отыскать тележки с железом в их лагерях. Если найдешь, тебе удастся пополнить свои запасы. А нахера железо-то эльфам? Я лучников из дерева наделаю просто до жопы и все. А теперь иди, немедля, дорога. А, дорога каждая секунда. Пока идет сражение, не стоит тратить время на разговоры. Ах ты, зараза. Где ваши торговцы, сучки? Костяная башня, могила. То есть, насколько я помню, да, нежить должна быть управляемой игровой единицей. Ну да, вон, смотрите, что-то есть. Так, это гномы, это хз кто, это темные эльфы, это орки. А, это эти, наверное, адские создания, и, возможно, у них нежить есть в качестве управляемой единицы. Ага, хрена себе, как далеко переть-то. Огромный горный жук. Тут у нас кто огромный? Большой паук. Так у вас есть, вон, следопыты, арбалетчики, вон, запрягите их воевать. Я-то, чё, должен разгребать эти ваши проблемы? Фига, сколько тут обходить. Хотя, почему бы и нет? Раз, раз, раз. Там сундучок есть, и я думаю, что... блин, хочется, конечно. Но они меня могут просто убить. Какой у них уровень? 8-й, да должен вытянуть. Блин, далеко, конечно, возвращаться. Ну ладно, ничего не поделаешь. Жадность дело такое. А, ну зато потом мы вот так вот. И вот туда придем. Тоже по-хитрому. Но сначала мы жуков нагнем. Вообще, вот с такой вот армией, вот это вот, как бы, грубо говоря, моя армия, которую я обычно, ну, собираю в атаке, максимальная, вы могли бы и нагнуть сами нежить без моей помощи, ну так, между нами, полководцами. Что вы делаете? Помоги нам, наделай лучников. Какое-то железо припахали еще зачем-то. Я вот все эти деревья вырублю и получу лучников до жопы. Все очень просто. Вот приятно, когда все-таки фоновая музыка играет, не то что вот в Грейфоле она периодически пропадает. Здесь она тоже, скорее всего, фоном пропадет через раз. Это она, по-моему, вообще везде здесь играет. В меню, здесь, тут, там.
я хоть по нему еще и попадаю каждый раз. Хотя вот сейчас промазал. 6 раз попал, 2 раза промазал. Мистер Жук, идите сюда. It's an ambush. Так, и друга сейчас твоего еще прикинем. Успеем, пока баф не кончился. Ну. Еп. Огнище. Обсидиан и клык дракона. Ну, окей. Ой. Да, ладно, давайте мы лучше на этом тогда закончим в следующей серии. Обязательно продолжим, уже начнем развиваться, строиться. Всякой ерундой там, такой повседневной заниматься. Так что всем пока и до встречи.